До фуршета было далеко, и публика развлекалась историями о том, что может быть страшнее русских. Я думаю, инопланетяне начнут с захвата Польши. Откуда такая уверенность? На нашей планете так принято. В ведомстве добавили, что американские военные будут работать над восстановлением объекта, чтобы больше узнать о нем и его происхождении. Сначала шмальнуть, а потом уже разбираться, что это, чье это. Вот типичный американский почерк. При этом Вашингтон публично ни на кого не возлагал вину за пролет НЛО на территории США.